Всем привет, меня зовут Саша. Несколько недель назад я сняла для вас видео-плейлист. Я безумно рада, что вам понравилась та музыка, которую я слушаю, и поэтому я решила все-таки снять для вас еще одно видео и показать вам новые песни, которые я не могу перестать слушать в этом месяце. Но быстро хочу сказать, перед тем, как мы начнем, что большинство этих песен все-таки иностранные, а не русские, просто потому что я их все-таки на данный момент предпочитаю. Но давайте не будем тянуть, поехали. I think I'm losing my mind. Следующая песня, которую я вам включу, мне посоветовала девочка, и я в нее влюбилась, и в песню. Она теперь одна из моих самых любимых, так что слушайте. Песня тоже одна из ваших рекомендаций. Следующего чувака я очень долго не могла понять, но как-то я нашла именно вот эту песню, и послушав ее первый раз, я ее не очень поняла, но на второй и на третий раз я просто в нее влюбилась, и я надеюсь, что она и вам тоже понравится. Так, следующая песня у нас тоже очень крутая. Я слушаю в приложении, которое называется Spotify. Это не музыка из контакта, это что-то типа Apple Music. Что я люблю насчет него, это то, что когда у тебя есть твой плейлист, когда он заканчивается, после него начинается как радио, и само приложение подбирает тебе музыку, которая, возможно, понравится тебе. И следующая песня, одна из них. Следующая песня тоже попалась мне просто в радио после плейлиста. И она мне безумно нравится. She ain't a friend, no monogamy. And as soon as I discover it, I would like to bring it up to you. I don't wanna fuck with you. Don't you even say my name again. Never trust again. Done with you, my friend. Следующая песня совершенно другая, но также не менее крутая, поэтому. So
следующая песня тоже очень крутая, поэтому давайте ее сразу будем слушать. И опять же, уже как по традиции, всего лишь одна русская песня в видео, опять же песня Джах Калиба из его нового альбома, который я недавно послушала, и она мне понравилась больше всего, так что слушайте. Песня тоже что-то похожего формата, но в этот раз иностранная. Мне что-то очень хорошо заходит в этом месяце хопчик, поэтому следующая песня тоже, опять же, того же формата. Вы прикиньте, если бы я к этой песне слова выучила. Так, следующая песня совершенно другого формата. Совершенно другого формата. Но, опять же, очень крутая. Еще одна песня, на которой я закончу, я опять же узнала о ней совсем недавно. Она достаточно необычная. Вот такая вот необычная песня. Меня она чем-то зацепила, наверное, вот этой своей музыкой. И, ну, просто, ну, она реально очень классная. Ну, если честно, на этом у меня все. Я надеюсь, что вам понравились эти песни, которые я вам сегодня показала. Если это так, то ставьте мне пальцы вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал, подписываться на мой инстаграм. И напишите мне в комментариях, если у вас есть какие-то предложения или пожелания по поводу следующих видео. И обязательно также оставляйте песни, которые вы на данный момент слушаете. Я буду все комментарии читать и слушать все песни, которые вы мне порекомендуете. А на этом у меня все. Я вас всех обожаю. Целую. Пока. No, no, no.